Hey yo guys, с вами Шимик, и мы продолжаем проходить игру, называем Rusty Late Paradise. Так, и у нас Кась 7. Это город. Так, я вижу сестру, которая на льду. Так, здесь у нас ничего. Так, ты. Поехали. Ага, саундтрек есть, хорошо. О, появился, все играет. Мне нужно типа камешки поставить, как она ездит или что? Так. Оп. Окей. Так, здесь она, да, ездит? У нее одна траектория. Ага, этот камешек. Тихо. Желтый этот бьет. Бьет по этому, по дальним. Этот бьет сюда, значит. Так, тихо. Возьмись, что ты ебаный камень. Вот так. Так, сюда сразу переставить, на вот эту полосу. Вот сюда, оп. Вот, полоса такая мнимая. Да? А, не достал. В смысле, она ж поехала по этому камню. Почему он не сработал? Ладно, буду ждать. Следующего круга. О, достала. Опа, лед треснул. Все. Так, лед полностью треснул. Так, это что, ты когда рыбачил, пол вызрел, что ли? Так, мне нужно расколоть, потому что я видел там наверху треснуто. Опа, рыба. Какая-то... Так. Я говорил, что пойду теперь налево, да? По-моему. Так, что здесь у нас? Кубики? Окей. Какая-то доисторическая рыба. А, ну это легко, в принципе. Оп. Ай-яй-яй, все проглупил. Так, сначала, значит, раз, два... Потом 3-4. Ага. А она поедет через этот или нет, интересно? А ну-ка, сейчас попробую. Раз, два. А, ну не едет дальше, значит, ладно. Раз, два, три. Оп. Оп. Готово. Так, этот мне нужно сюда, этот пойди сюда. Ну это более такое логичное. Этот сюда, значит, этот мне. Так. Так. Оп. 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 Поехал. Готово. Сюда, сюда. 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 И сюда. Так, бриллиантик я получил. Тын. Тын. Снеговика сделать, что ли? А ну-ка, вместо глаза. Тын. Тын. Мне нужна ветка, походу, да? Так, клубника, траву. Траву я не могу получить. Да, снеговика нужно две руки, пуговички. Так, шарфики ему дал, глаза, морковка и шляпа. Три кристалла в шаре. Это сюда, да? Ну, третью снеговика. А, снежный я мог брать. И что он дает мне? А, я вызывать игрок могу? А, это молотилка, да, если... А ну-ка, еще что-то дастся? Больше нет. Так, это что у нас? Ледоруб. Опа, как раз нам брата можем освободить. Хотя стоять. Оп. Ты куда ты зашел? Ветка. А не, значит, может все ломать.
Это полезно. Кувшинчики можно, скорее всего, разбить, да? Морковочка. Да, окей. Так, тихо. Блин, постоянно нажимаю его, чтобы активировать. Пуговички, да? Камушки. Так, белка. Я не могу, да, вызывать. Ой, сосулька. Серьезно? Бля, прости. Белочий мех. Издевается над животными. Две пуговицы, во. Теперь из пуговички. Тебе нужно мороженое. А, мне нужен вакуум какой-то. Смысл. Так, два роха нашел. Так, здесь что у нас? Опа, палку нашел еще одну для снеговика. Так, внутрь, внутрь. Молоток. Никогда нельзя забывать внутрь смотреть. Так, значит, первым я поставлю рог. Это для мороженого. Лед я уже сломал. Что мне? Клубничку сюда. Так, стоять. Оп. Так, снежный шар. Есть одно мороженое. Хорошо. Теперь я могу сделать, в принципе, с морковкой. А, морковь для снеговика. А что я еще взял? Фисташковое мороженое? Опа, рог забыл. Оп, так, сюда молоток передвинуть. Давай, давай, мороженое мне. Только... А кому еще мороженое? Вот, ну, на тебе, мороженое, раз. Кушай мороженое. Может, пока он не смотрит? Так, кушай мороженое, дай мне шляпу. Можешь ему два отдать мороженое? Опа! Два мороженых. А теперь ты не сможешь взять, ха? Все. Так, у меня есть как раз почти все части для снеговика. Брата разморозить. Точняк. Так. Сначала брата разморожу, потом пойду со снеговиком разбираться. Так, ледокол. Раз. Так, давайте сюда. Поменяю местами вас. Оп. Так. Так, поехали. Так, сюда. Блин, постоянно ледокол подбирать. Так, голова. А его не пробью, ему голову. Не пробил. Опа, у него что-то на шее, у него есть что-то на шее. Там ключ, походу. Кончик ключа, походу, да. Его согреть нужно чем-то. А, белку дать ему. Шапка из белки сделалась. А что, что, что? Довольно холодно на райском острове. Да, на твоем случае бы вообще холодец здесь полный. Так, снеговик, окей. Лапки тебе. Раз лапку, два лапку. Три. Морковка. И глаза. О, он ожил. Тын, тын. Нос показывают, куда мне нужно нажимать. Опа.
Привет, бабуля. Да будет снег. А как ты так руки сделала? Она как-то вот так, скорее всего. Сиди сейчас. Блин, я не знаю, на камеру смогу показать. Так бесит камера. Блять, она просто зависает. Короче, ладно, плевать. Мне главное, чтобы у меня... Я главное при нажатии она у меня не виснет. При нажатии она не виснет у меня. Показывает тут, понимаете, просто FPS и зависает. И зависла. Ладно. Не пойму, иди ты нахуй. От снеговика где этот? Да будет снег, что? Тебе снег дать? Опа. Брюлик. Еще один брюлик, все. Ставить наверх, наверх. Так. Оп. Три. Ого, теперь я какие-то каменяки целые. Ничего не дают, хорошо. Так, там был купол изображен, я помню, на картине. Снеговик-купол. Вот, не виснет. Сейчас покажу. Блять, я все равно не влезу в кадр. А, блять, расширять нужно этот, короче, веб-камеру. Длиннее делать. Поехали. Так, раз. Я полностью просто расхерячил этот храм. Опа, шкатулка появилась. В смысле? А где ключ? Он у меня. Черный куб. Да, мне хотели, походу, в жертву принести. Ты готов встретиться со своей судьбой? Нет, возьми меня вместо него. Да, походу, типа, ее принесли в жертву, кроме меня. Ну, вместо меня. Сука. Так, 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 так. Так, снег, окей. Мы уничтожили. Дальше у нас идет саранча. Газ, восьмая. Саранча. Окей, погнали. Первое. Непонятно, что у нас. Шкатулочка какая-то со знаками. Жил-был человек, отец он мой дорогой. Жил-был человек, мой брат родной. Жил-был человек, он шляп не надевал. Жил-был человек, он в центре здесь стоял. Жил-был человек, худой он до кости. Жил-был человек, усов он не носил. Жил-был человек, он от меня здесь справа. Жил-был человек, как свет, он седоглазый. А седоглавый. Жил-был человек, он очень толстым был. Жил-был человек, он шляпы с перьями любил. Жил-был человек, часами сердце заменил. Опа, а это был дядя, по-моему. Жил-был человек, последний он и первый был. По-последним? И первым он был. Ты? Ох ты ж, блядь. Это, скорее всего, к шкатулке. Так, длинный, короткий, длинный, короткий. Значит. Длинный, короткий, длинный, короткий. Два...
длинных, два коротких. Еще раз. Короткий, короткий, длинный, короткий. Хорошо. Так, поехали. Главное, чтобы я не лагал, блядь, на самом видео, потому что если камера зависает, вот, допустим, 30 FPS, да, вот показывает? А бывает, она становится и нихуя не движется. Так, первый у нас... Длинный, короткий... Чё, блядь? А, вот этот раз. Теперь два длинных... Ага, все. Топор. Теперь я смогу пройти. Готово. Ох ты ж, бля. Я понял, что сейчас будет. Я не певец, извините. Так, ладно, а что они издают? Так, здесь точки я вижу еще на этих. Это с без, это с. Это угол, это вверх. Это вверх тоже. А чем вот эти две отличаются? А, верхним кончиком, окей. Так. Я стрекозу... Я немного его сломал. Что это такое? А ну-ка. О, все нормально, окей. В смысле? Так, я выполнил это или нет? Вверх. Так, вверх это вот это стопы. Где? Раз. Ты же, блядь. Это без. Так, окей. Вверх. Вверх такой. Вверх такой. Нет, нихера. Это вообще низ, я понял. Та-тан-тан. Тан-тан-тан. Ага, значит, наоборот. Раз, два, три. То есть, раз, два, три. Так, дырка без дырки. Перевернутый. Раз, два, три, четыре. Без дырки. Херь. Еще раз. Такой. Раз. Два. Раз, два, три. Такой сначала, да? А, я перепутал сразу в самом начале. Раз. Это сложно, сложно. Раз. Два. Три, три. Три. Четыре. Ту-ту. Ага. Та-тан. Тан-тан. Тан. Нет, раз, два. Два-два. Три. Или раз, два, так, так, так. Опа, готово. Пять звуков снова. Ту-ту.
Без дырка и с дыркой. Снова этот звук. Ту-ту-ту-ту-ту. Не. Ту-ту-ту-ту-ту. Так. Упрыгни. Так, богомол. Так, я сову видел, куда-то она туда убежала. Сейчас здесь так хорошо все видно. По-моему, кто-то движется. А, богомол движется. Нихера себе. Ты съел богомола? Это глаза. Так. Совы не то, чем кажется. Ослепленные туманом глаза не могут разглядывать правду. Разглядеть. Так, окей. Пойдешь на превьюху. Так, тихо. Кости, так, я вижу. Это если она справа так смотрит, да? То есть с этой стороны должен быть крест, окей. А здесь что? Так. Это у нас вот этих, да, нужно передвигать. А ну-ка. Так, стоять. Этот вверх идет у нас. Наоборот, хорошо. Хотя подожди, одна точно сюда, и эти просто как вниз немного. Так, хорошо, давай я сначала узнаю, куда сделаю так. Оп, стопы, вот глаза, вот что имеется в виду под глазом стоять. Если это глаз, да, это глаз, значит, от глаза наверх, то есть где-то здесь. Одна сюда. Угу. Блять, что за хуйня? Окей, и ближе к глазу. Так, кстати... Не перелистывай. Сложно это. Наоборот, нужно их вот так. Вот так. Так. Наоборот, их нужно было поменять местами. Теперь это вверх у меня идет. Сюда, то есть, имеется в виду. Пиздец. Так, нижний немного подвинуть вот сюда. Оп, и это немного сюда. Так, одна попала. Но немножко нужно... Оп, и это сюда, оп. Так, попал. Одна есть. Так, или сюда. Так, поближе сделаю. Ага, значит, чем я ближе, тем я... Окей, значит... Вот сюда. Так, немножко ближе. Сюда, оп. Вот. И сюда куда-то. Так, две есть. Теперь эту как-то вверх. Куда-то сюда. О, блядь. Так, светлячок получен. Пипец, тут вообще ничего не видно.
Я иду. Так, тихо. Мои воспоминания служат ключом к твоему будущему. Хорошо. Мое будущее. Рок ей нужен какой-то. Ничего нету. Теперь сову нужно искать. Так, стопы. Это был сет из попа. Куда ты полетишь? Он просто рандомно, походу, летает. Да, просто рандомно летает. Передвигайся быстрее. Так, она ветку сломала, типа, и улетела куда-то, хорошо. Так, а я дальше не могу дойти, некуда. Так, сова, я же за тобой иду, ты же смотри. Ай, где оно? Так, ну это я здесь уже выполнил. Так. Обратно пойду. А, эти ушли? Хорошо. Опа, ключик. А для чего ключ? Стоять, 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 я вспомнил. Кости, кости. Кости, 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 кости. Здесь же где-то нужно откопать. Да? Типа глаза вот. Или нет, здесь было, это точно помню. Во. И ключ как раз. Рок. Оп, поехали, 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 бабки нужны теперь. Так, рог. А, она типа дуть. Нихера себе, срача. Она сейчас бабку что ли бьет? Проткнет такой сейчас. Как это, чужой из фильма. Не, просто унесла. О, куб. Тебе придется уйти. Ну, это как-то было быстро, мне кажется. Да, это как-то было очень, мне кажется, даже быстро. Хотя ладно, потом попью. Газ 9. Тьма. А, так я уже 2 выполнил. Как-то очень быстро мне показалось. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. До новых казней. Пока.